Тому оптимизму, с которым они прожили жизнь и продолжают жить, можно позавидовать. Сегодня действительно большой праздник для людей старшего возраста, для людей, умудренных сединами, тех, у кого за плечами большой опыт работы, жизни. И мы готовы сегодня сказать им самые теплые слова благодарности за их большой вклад в становление Курганской области. В центре работает почти 600 человек. Только на дому они обслуживают почти 3000 подопечных. Я бы пожелала всем им, пусть крепко любят их дети и внуки, долгих им всем лет жизни, добра, благополучия, мира, счастья. Если рядом нет близкой души и никто не придет на подмогу, дайте знать центру СОН, мы к вам сами придем, одиночество нить разорвем. Эти стихи, которые стали гимном Центра социальной помощи, написала Людмила Еремина. Женщина 10 лет проработала в центре, помогая пожилым. Сейчас она на пенсии, но не забывает сослуживцев и каждый год приходит на праздник. Заявки их выполняла, что закупить, там... медицинские принадлежности, из еды что-нибудь купить. Ну, все там, помочь по хозяйству. Со сцены звучали слова благодарности ветеранам с пожеланиями здоровья, счастья. В этот день организаторы и работники центра низко склоняли головы перед энтузиазмом и волей старшего поколения. Василий Малухин, Светлана Епифанова, Никита Мухин. Информационное агентство «Курган.ру».